Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете. О чем здесь говорится? О том, что человек разными путями пытается достичь того, чего он хочет. Например. И сам не знает, про чего хочет. Да? Дом, квартиру ли, машину ли, жену ли красивую, или наоборот, там, мужа миллионера. И он может идти на какие-то шаги преступные, интриги какие-то, предательство какое-то, еще что-то. И сколько ни хитрит, не получает он то, чего он хотел. Может даже не получает тех ощущений, которые хотел. Когда просит, потому что просит для себя, тоже не получает. То есть, о чем говорит Яков? О том, что наши желания, наши действия не могут сами по себе нести результат без божественного благословения. Когда мы делаем что-то, Бог благословляет дело рук наших, но мы должны, делая, просить этого благословения. Тогда мы же должны делать только то, что Бог может благословить. И когда мы просим что-то, не получаете, да, почему? Потому что просите для себя. А, ну, вот как это говорится, старый еврей, который молится Всевышнему и говорит: «Господи, пошлешь мне 20 тысяч евро, я 10 отдам на благотворительность. Но если ты мне не доверяешь, то сразу просто пошли 10». У нас просьбы, они часто, ну, это гротескно, у нас просьбы выглядят так. И мы не получаем, потому что мы просим то, что нужно только нам. А зачем кому-то нужно, чтобы у Алекса были деньги? А зачем кому-то нужно, чтобы у Вани были деньги, у Хайма были деньги? Чтобы было здоровье, если мы этим здоровьем, этими деньгами не работаем на благословение других. То есть Всевышний говорит, пусть то, что вы имеете, то, что вы просите, будет иметь просьбу для служения мне, для прославления мне в моем мире, тогда вы будете получать. А так интригуй, не интригуй, действуй, да, тебе получится нанести другому зло, ты можешь... не дай Бог, убить, ты можешь чувствовать зло, но это не средство достигать каких-то целей. То есть благословение, как подключение к источнику благодати, оно у Всевышнего. И мы не можем благословиться, убив кого-то, или даже когда просто просим чисто для себя, когда мы отдельно, мы ни к чему не привьемся, потому что у нас нет этого корешка, который может к чему-то прирасти.